12 и 13 августа в Болгарском музее-заповеднике состоится показы оперы «Кора Пулат» Эльмира Низамова. Впервые они пройдут не в привычных декорациях на сцене театра, а на фоне черной палаты уникального памятника золотоордынского зодчества 14 века. Сопровождать оперу будет цветовая визуализация, 3D-эффекты и живой оркестр Тинчуринского театра. Напомним, премьера оперы «Кора Пулат» состоялась в 2015 году. После 7-летней паузы к 1000-летию официального принятия ислама в Волжской Болгарии ее вновь вернули на сцену. В основе сюжета оперы татарская легенда о 12 девушках, которые были сожжены воинами Тамерлана. Показы запланированы на 8 часов вечера, вход свободный. Для жителей и гостей нашей республики также будут организованы автобусные туры 12 и 13 августа. Трансфер с улицы Московская, дом 2. В 3 часа автобус будет отходить. Я думаю, сама атмосфера представления о том, что вот эти события, которые происходят сейчас на сцене, под эту музыку, могли происходить или даже происходили когда-то, тысячи лет назад, прямо здесь, на этом месте. Мне кажется, это не может оставить кого-то равнодушным.